Друзья, всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании Western Bid. В этом ролике мне хотелось бы подытожить последние новости, расширение услуг и новые услуги, которые внедрила наша компания Western Bid для вас, для наших уже существующих клиентов и, возможно, еще для тех, кто не начал пока работать с нами. Так что я думаю, что эта информация будет очень-очень интересна для вас. Это вот буквально последние новости, которые произошли у нас в компании за несколько месяцев. Ну, во-первых, первая группа людей, которые зарегистрировались, уже открыли, да, то есть эта услуга, она уже абсолютно сейчас работает, и вы можете подать заявку на нее. Эта услуга – это открытие американской компании. Стоимость этой услуги $300, и если вы являетесь клиентом нашей компании, то $250. Там также будут дополнительные расходы, например, на адрес, на телефон в Америке, и, возможно, дополнительные услуги, там, ну, которые, предположим, там, заполнение налоговой декларации и так далее. Зачем для того, кто живет в Украине, открывать американскую компанию? Давайте немножко поговорим о преимуществах открытия американской компании. Ну, во-первых, вы сможете открывать любые магазины где угодно, на Etsy, на eBay, на Amazon, на Walmart, других маркетплейсах, например, таком новом маркетплейсе для хендмейда, как Michaels, который работает только с американскими продавцами. Плюс вы можете открывать несколько магазинов, в общем, совершенно без ограничений. Что еще важно сказать, что в Амазоне вам не нужно будет привязывать Пионер. Вы сможете работать и продавать, привязывая американский банковский счет. Многие из вас могут сказать, ну я и так могу открыть себе магазин на Etsy сейчас, Etsy Payments, или на eBay, или на Амазоне, без проблем. Но дело в том, что это совершенно разные продажи, уровни продаж с американского магазина и с неамериканского, потому что мы видим 100%, что американские магазины выходят вперед в поиске, и на eBay, на Etsy и другие маркетплейсы дают преимущество американским магазинам перед конкурентами. То есть вам, безусловно, нужно будет платить меньше за рекламу, потому что вы будете выходить вперед в поисковой выдаче. Ну, четвертое преимущество – это простое снижение расходов, потому что, например, eBay не снимает налог на добавленную стоимость с американских магазинов, это приблизительно 4% от стоимости продажи, и также вы избежите международного сбора, это от 1,3-1,6% от стоимости продажи. Следующее преимущество – это возможности для дополнительной рекламы, включая Google Maps, Yelp, Yellow Pages, Trustpilot и еще есть другие сервисы, которые работают только с американскими бизнесами. Еще одно финансовое преимущество в том, что вы избежите различных конвертаций валют при оплате и получении денег. Следующее еще одно финансовое преимущество в том, что возврат и оплат обрабатываются непосредственно через Etsy Payments без задержек и дополнительных комиссий, включая возврат НДС и налога с продаж. Плюс значительно сокращен список товаров, которые запрещены к продаже. Также вы сможете оформить американский сертификат на товар или партию товара. Ну и последняя, но очень-очень важная вещь, которую нужно добавить, это то, что есть еще другие компании, которые предлагают регистрацию, да, на американский бизнес. Но Western Bid – это единственная компания, которая предлагает весь пакет услуг. Понимаете, то есть никто не сопровождает вас от открытия компании, давая вам и телефон, и адрес, и счет в банке, и открытие магазинов через Etsy, eBay, там, Amazon, Walmart и так далее. Полное бухгалтерское сопровождение, ну это все по желанию, конечно, подача налоговых деклараций, тоже по желанию, плюс у нас есть еще услуги фулфилмент-центра и склад возвратов, и, что очень важно, самая дешевая и быстрая пересылка. То есть все подробности и информация о стоимости и дополнительные преимущества, да, работы с американской компанией вы можете посмотреть по ссылочке, которую я обязательно оставлю в описании к этому видео. Так что всю информацию вы получите там, и там же вы сможете оставить заявку. Вторая новость, о которой хотелось бы очень поговорить, и, наверное, которую у всех на уме, это перевод магазинов на Etsy Payments. Я уже озвучивала и говорила в лайвах часто об этом, что появилась возможность для новых магазинов, да, для новых людей открыть магазины на Etsy с помощью Etsy Payments, и это, ну, замечательная возможность, потому что другой возможности вообще раньше не было, но сейчас мне хочется поговорить о другом аспекте. Это переход уже существующих магазинов на Etsy Payments. Есть ли преимущество по сравнению с приемом платежей через Western Bid и PayPal? Значит,
из того, что мы наблюдаем на опыте наших клиентов, мы не видим увеличения продаж для тех, кто начинает сейчас принимать Etsy Payments, то есть продвижение в поиске там или что-то такое не наблюдается. Вообще, надо сказать, что каждый, конечно, для себя решает сам, но для нас преимущество не очевидно. Первое, как я уже сказала, это то, что мы не наблюдаем увеличение продаж. Второе – это стоимость Etsy Payments, она приблизительно такая же. Etsy Payments для Украины стоит 6% от платежа, и если вы работаете через WesternBit, то вы платите 1,9% в PayPal плюс 4% комиссии WesternBit, то есть получается стоимость та же самая. Еще очень важно учесть, что WesternBit не предоставляет никаких финансовых данных о вашей деятельности третьим сторонам. Ну, следующее, о чем обязательно надо сказать, это то, что многих клиентов на Etsy блокируют из-за того, что информация на аккаунте у них в Etsy и в Пионере не совпадают. Ну, потом нужно обязательно учесть валютный курс при выводе денег, посмотрите, пожалуйста, на него. Ну и последнее, это то, что Etsy очень часто после перехода на Etsy Payments начинает удерживать определенные платежи у вас на аккаунте, и неизвестен срок, насколько они будут удерживать, неизвестна сумма, неизвестно почему и когда отпускают эти деньги. Ну, в общем, есть такие определенные аспекты. На данный момент Etsy не обязывает никого переходить на Etsy Payments. Возможно, что в скором времени это будет обязательно, но пока что Etsy только очень хочет, чтобы все переходили, рекламируют, даже предлагают деньги за переход, привод друга. Еще важно заметить, что стоимость пересылки для тех, кто принимает платежи с помощью WesternBit, остается все еще самой, абсолютно самой низкой на рынке. Если вы уже являетесь клиентом WesternBit, вы можете посчитать в калькуляторе пересылки, да, посмотреть, сколько это стоит. А если вы не являетесь клиентом WesternBit, вы также можете воспользоваться нашей службой доставки через WestParcel. Я также обязательно оставлю ссылочку внизу. Поэтому в настоящий момент мы не рекомендуем нашим клиентам переходить на Etsy Payments. Если вы хотите продолжать работать с WesternBit и получать его сервисы, то вы можете переводить деньги с Pioneer на WesternBit, и у нас уже есть несколько способов, как это можно сделать. Первый способ – это автоматом. Если автоматом не подходит, ну, например, из-за суммы или из-за каких-то ограничений аккаунта, то есть еще второй способ – можно перевести банковским переводом на американский счет, а потом уже в ваш личный кабинет WesternBit. Для получения подробной инструкции и реквизитов для вывода, пожалуйста, оставьте заявку в личном кабинете в разделе «Служба поддержки», выбрав «Финотдел», дальше «Pioneer», дальше WesternBit, реквизиты для переказу. Вы получите реквизиты, инструкцию на зарегистрированный имейл в течение одного рабочего дня. При автоматическом переводе зачисление денег происходит мгновенно. Поступившие деньги сразу же видны в разделе «Транзакции» и сразу же доступны к использованию. Комиссия Пионера при переводе составляет 1% и комиссия WesternBit 3%. Следующая новость – это маркетинговые услуги. Мы работаем с большими агентствами, со специалистами в этом деле. Мы получили очень хорошие расценки для вас. И плюс мы не бросаем вас, а мы контролируем этот процесс предоставления услуг. То есть ваши риски работы с этими агентствами тоже снижаются. Значит, о каких услугах идет речь? Ну, тут просто все. От А до Я. Анализ, оптимизация, ведение, продвижение ваших магазинов на Etsy с помощью рекламы, email-маркетинга, SEO ваших листингов. И это касается не только ваших магазинов на Etsy, но и, например, ваших магазинов на Shopify, что очень, кстати, актуально, особенно что касается продвижения, и любых других ваших магазинов на маркетплейсах. Плюс еще оказываются услуги исследований ниши, что может сделать ваш бизнес намного более эффективным. Плюс я обязательно в описании дам ссылочку на все маркетинговые услуги, где опять-таки вы можете оставить заявку. Итак, следующая новость. Новая доставка UPS Ground из Украины. Это на самом деле потрясающая новость для тех, кто пользуется услугами доставки. Почему? Главные преимущества – это, во-первых, скорость, где-то 5-6 рабочих дней из Киева. И второе – это цена, она приблизительно в 2 раза дешевле, чем UPS Express.
Так что, пожалуйста, эти цены уже в калькуляторе пересылки, пойдите и посмотрите, и удивитесь, порадуйтесь. Но в этой пересылке есть еще одно потрясающее достоинство. Ваш покупатель в Европе никогда не будет нести никаких расходов при получении товара. Ссылка доставляется 100% растаможенной, вне зависимости от того, уплачен VAT или нет. Значит, если VAT уплачен при покупке товара, это товар до $150, то вам нужно будет внести IOSS номер. У каждого маркетплейса он свой. Вот, пожалуйста, я вам показываю номера IOSS. Ну, наверное, если вы торгуете, вы уже, может быть, их знаете. В дополнение вам нужно будет заплатить $4 брокерский сбор, да, чтобы точно убедиться, что эта посылка будет растаможенной, что она придет к вашему покупателю, и что ему не нужно будет ничего платить при получении. Это, кстати, отличается от $7, сколько это стоит на UPS Express. Точно, на UPS Express тоже есть такая опция, но в UPS Ground это введено автоматом. И если VAT не уплачен, тогда вы тут же при оформлении посылки можете заплатить 23% налог НДС, плюс эти $5, да, и вы тогда точно будете уверены, что вашему покупателю ничего не нужно будет платить при получении. Как обычно, при оформлении UPS Express вам нужно будет точно так же приложить копию вашего инвойса или копию заказа в формате PDF, PNG или JPG, размером не более 5 мегабайтов, где указан имя, адрес получателя, стоимость товара и информация о VAT, если он уплачен. Если вы не хотите задержек в растаможке, то, пожалуйста, укажите точное описание товара. Аксессуары для дома, может быть, это хорошие ключевые слова, но они точно не подходят для таможенного брокера, которому важно понимать, какой товар он растамаживает и по какому HS-коду. Просто поставьте себя на место брокера, который работает с бумагами и не видит товара. По описанию он должен точно представить себя, о каком товаре идет речь. Если UPS и FedEx, несмотря на неточное описание, пропускают ваш товар, то это только потому, что при приеме на их склады в Польше они его видят. Товар сканируется. Но в случае UPS Ground внешний брокер работает только с бумагами. Я думаю, что сейчас, как раз, когда у нас начинается горячий сезон, вам очень понравятся и цены, и скорость, и в особенности вот это полностью освобождение вашего клиента от необходимости что-то там оплачивать и растамаживать товар. Так что это замечательная новая опция пересылки от Western Bid. Значит, следующая новость – это загрузка заказов с KCRM в Western Bid для отправления ваших посылок. Если вы не знаете, не знакомы, что такое KCRM, это такая система менеджмента, которая позволяет управлять своими заказами. Анализ, интеграция, менеджмент заказов со всех маркетплейсов. Это учет товара и планирование закупок. Мы опубликовали видеоинструкцию, которая показывает, как легко и просто можно загрузить ваши товары с KCRM в Western Bid. Так что я обязательно дам ссылочку на эту видеоинструкцию в описании. Уже сейчас появилась возможность импортировать ваши заказы с Etsy в личный кабинет Western Bid напрямую. Для этого на Etsy вам нужно будет зайти в Shop Manager, выбрать Settings, потом перейти в Options, потом Download Data и пролистать до пункта Orders. В списке выберите Order Items, это, собственно, ваши заказы. Ну, если вы готовите к отправлению, наверное, это будет ваш последний месяц, но, в принципе, вы можете там загрузить любые заказы по любому месяцу и даже году. И нажимаете Download CSV. Дальше в личном кабинете во внешнем товаре нажмите «Импортировать с Etsy» и выбрать файл, и потом нажать на кнопочку «Я подтверждаю» и кнопку «Загрузить». Дальше у вас появится вот такое окошко, где вы можете выбрать сразу несколько заказов или все сразу. Если у вас на Etsy в одном заказе было несколько товаров, это будет показано в столбце «Количество товаров» соответствующей цифрой и будет импортировано различными транзакциями. Мы очень надеемся, что эта новая функция сделает ваше отправление товаров еще более удобным. Следующая новость – это то, что доставка от Western Bid стала еще удобнее. Увеличены разрешенные размеры для посылок через консолидацию плюс. Теперь наибольшая сторона может быть до 58 сантиметров. Раньше было 40 сантиметров. Остальные стороны должны быть не больше 38 каждая, а раньше было 35.
То есть посылки стали побольше. USPS First Class упразднен почтой США, и теперь вместо него для консолидации Plus и Direct, а также для отправлений из фулфилмент-центра внедрена новая доставка USPS Ground Advantage с максимальным весом до 31,75 кг и разрешенными размерами длина плюс обхват не более 330 см. Ну, вы понимаете, что обхват – это сумма двух меньших сторон, умноженные на 2. Последняя новость, которая тоже касается доставки. Наш партнер, компания «Новая почта», ввела в строй новую доставку из Украины в Польшу, Германию, Молдавию, Чехию и Литву. То есть в этих странах есть своя собственная сеть «Новой почты», они открыли там свои отделения, и список этих стран будет расширяться. Посылку в эти страны уже сейчас можно отправить, заполнить из вашего личного кабинета Western Bit, а цены можно узнать в нашем калькуляторе. Я думаю, что особенно они понравятся тем, кто отправляет габаритные посылки. Посылку после оформления можно отнести в ближайшее отделение Новой почты. И срок доставки посылок составит 7-10 календарных дней. Я надеюсь, что эти новости порадуют вас в этот высокий сезон и ценой, и скоростью, и различными дополнительными удобствами, которые сделают ваш бизнес еще более успешным. Надеюсь, у вас будут хорошие продажи и желаю вам удачи в этот высокий сезон. Большое спасибо за ваш бизнес. Всем пока!